Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала подробности гибели журналиста в результате подрыва автомобиля. Противотанковая мина фугасного типа была заложена при отступлении оккупационных войск из Кельбаджарского района страны. В сообщении, распространенном ведомством, с сожалением отмечается, что в некоторых СМИ и на страницах социальных сетей распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с произошедшим. Предварительным расследованием установлено, что в связи с тем, что территория, где произошло происшествие, после освобождения от оккупации находится под полным контролем вооруженных сил Азербайджанской республики, исключается проникновение на территорию вражеских диверсионных групп и установление там мин. Ввиду того, что на месте взрыва не обнаружено остатков мины, она относится к противотанковой мине пластмассового, тканевого или бескорпусного типа, предназначена для установки на дорогах и в местах возможного движения техники с применением против гусениц танков и бронетехники. Также было установлено, что во время оккупации армянские незаконные вооруженные формирования использовали указанную дорогу в качестве пути обеспечения боевых позиций и, когда покидали Кельбаджарский район, заминировали территории. Расследование по уголовному делу продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация.